Spider RSS, максимальная комплектация Special Series. Крашеные передние рычаги, Fox амортизаторы, крашеный передний спойлер, LED огни, шестиспицевые тюнингованные диски, полированные. Система круиз-контроля, управление на руле, полнофункциональная приборная панель с рукоятками, кнопками на руле слева, пятиступенчатая коробка передач с подклавишными, с переключателями подрулевыми, жидкокристаллический дисплей с максимальной функциональностью, цветной. Подсветка клавиш. В этой комплектации Special Series сиденье многоцветное с вставками из замши. Графика корпуса тоже отличается от простой серии RSS. Черный глушитель. Вся нижняя часть металлическая покрашена в черный цвет. Черная расцветка элементов называется черный карбон. Система стабилизации на данной версии настроена по-спортивному, имеет особенные настройки, отличающие его от обычной версии RSS. Сто лошадиных сил при 7500 оборотов, 108 ньютон-метр на 5000 крутящий момент этого спайдера. Вполне достаточно, чтобы активно разгоняться с хорошей динамикой, и ограничение скорости 193 км в час. Ну и также все системы стабилизации и трекшн контроля, ABS, как на остальных спайдерах. В передней части большой багажник, который позволяет спокойно убрать два шлема, открывающийся ключом